Hare Krishna, скоро у нас все начнется. Сейчас у нас мы пьем оздоровительный чай против короны вируса. Вот, поэтому буквально две минуточки. Гурудев уже готов, но все остальные еще допивают. Вот, и так как у нас у Прабуджи был день рождения вчера, тут еще один торт остался, еще вот тортик доедают. Гурудев ждет, пока все соберутся. Вот. Так что вы далеко не расходитесь, сейчас катха начнется.
трансляция. Опять старенький, совсем у меня перестал работать. Почему не будет этот? Когда мы рассматриваем описание, четыре вопроса симптома. Какой, кто адикари, то есть для кого дается описание? Первое. И мы говорили о том, что описание могут читать и греховные из греховных, папе. Как, например, Дундукари. Дундукари, он является примером самых из представителей самых греховных людей. Даже если бы в Гае 100 раз для него пинду предложили, это все равно бы ему не помогло, настолько у него много грехов было. Но какая сила у Бхакти, если ты слушаешь Бхагават-катху, только это может помочь ему. И если человек слушает Шримад-Бхагавата, это не так, что только хорошее получает. Поэтому и греховные способны получают благо, когда слушают Бхагавата. И самые высшие из гьяни, как Шукадев Госвами, насколько он высокого уровня в Рамагьяне. Он вообще не интересовался материальным миром, и при рождении, сразу, после рождения сразу убежал в лес. Но в Бхагаватам столько ананды, столько раса, что даже одну шлоку, какую шлоку? Пархапидам на таваравакур карная карникара. Пратапа-с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 атап
Кришна насколько красивая. Вот этот стих описывает эту красоту. И этого одного стиха было достаточно, чтобы Шукадев Госвами сошел с ума в блаженстве. Это говорит о том, что Бхагават Катха и для гьяни предназначена, и для греховных предназначена. Бхагаван Кришна Нарада Муни попросил две просьбы благословения, чтобы сколько бы человек не слушал катху, ему больше хотелось, чтобы он насыщение при этом не чувствовал, что все больше ему не надо уже слушать. Нарада. А второе, просьба, он обратился к Кришне, что когда человек идет на места совершенных лил уже, на дхаму, если под руководством вайшнав он будет сидеть там, слушать славу этих мест, если он будет почитать эту пыль, осыпать себя ею, то те лилы, чтобы они проявились в сердце этого человека. И благодаря этой ананде, этой силе, и анархии будут уходить из сердца. Следующая особенность какая? В чем особенность Бхагавата? А у нее необычная особенность, уникальная особенность. И что же это? Арада Бхагаван, Враджеша Танаяс. Арадья Бхагаван Враджея Шатанаяста Дхама Прида. Арадья. Это, то есть, кто является почитаемым божеством? Нанда Нандана. Кто наш Арадья Дев? Он Кришна Чандра. Наш является Арадья, объектом нашего почитания. Это Чамса, Калам Павсам, Кришна Сту, Бхагаван Свайам. Мы уже слышали катху о том, как установили славу Шри Кришне. Итак, кто же является почитаемым божеством Враджеша Станая? Кришна является наша Арадья. Еще есть Кришна? Какой Кришна еще есть? Дваракадиш Кришна. А еще какой? Матхуреш. А есть Вриндава Нандана. Итак, три Кришны. Так где он живет? Таддхама Вриндавана, наша обитель почитания Вриндаван. Не Матхуреш Кришна и не Дваракадиш. Мы поклоняемся Враджендра Нандане Шри Кришне. И каким образом мы ему почитаем? Враджава Дваргена Якалпита. Так, как делает Враджава Дгу. Они совершают самое высшее поклонение Господу. Их отношениях находятся и Дасья Расы, и Сакхи Расы, и Вацали, и Матхуря. Гопи. И путь Гопи — это и есть наш путь. Асама Гочара Нарину Джусама Гамсям. Это Шиудова произносит этот стих. Кто такой Удхаджа?
Prematur Bhakta. Какой, говорит, Prematur Bhakta? Есть пять видов бхакти. Кто может сейчас сказать? Гьяни Бхакта, Шуда Бхакта, Преми Бхакта, Према Бхакта и Прематур Удава. Все, говорит, пандиты, улыбаются Шридхар Махараджа. Итак, пять видов, пять уровней. Но Удава же говорится, что он... Что, неужели там выше, чем Удава, никого нету? Есть. Почему же там нет Гопи? Почему же там? Они что, не преданы? Нет, они не преданы. Кто же они? Они Ананда Чинмая Раса, Рупа Калабхи, Брама Самхита. А гопи на том же уровне, что мы, Кришна. Они являются Кая Вьюха, Шамати Радарани. Поэтому они это не преданные. Удаваджа там улица и прославляет пыль со стоп гопи. Какие бы писания мы не рассматривали, высшим прославляющим эту уникальную особенность является Бхагаватам. Это высшее поклонение, выше преданных Татрадара Надпара. Шримад Бхагаватам Амала Прама – это самое высшее свидетельство об истине. И мы принимаем только этот дал, заключение дал нам читание Махапрабху, и мы не принимаем выше его никакое другое заключение. Ванде Нанда Баджисте нам подарей, но Адик Наса Дайкума Харикатопа Матей Кува Насаем. Одна пылинка со стоп Радарани является объектом почитания Шри Удава. Итак, мы рассмотрели первое Адикари. Потом мы особенно рассмотрели. Третье, что? Это в чем прайоджана? Какая прайоджана дает Бхагавата? Кришна према является нашей прайоджаной. Не Кришна является нашей целью, а любовь к Нему. Мы хотим не просто заполучить Кришну, мы хотим развить прему. У Камсы и у Чару Муштика были взаимоотношения с Кришной, непосредственные, от тела к телу. Но они только хотели расправиться с ним. Плечо к плечу, локоть к локтю, лицо к лицу. И что это за садусанга? Намерение-то внутри какое было? Убить его. Какая бы близкое ни было общение с Кришной, это не является высшим. Или Раван взять. Он встретил Раму, и Лакшмана, и Раму. И что сделал? Только для того, чтобы Ситу украсть. И Даршан получил. А смысл вот этого? Он только сражаться с ним хотел, и только для того, чтобы убить его. Поэтому нашей целью является не Кришна.
Поэтому Капила Дев говорит, Капила Дев в доме находился, но Кардам Риши там все равно его оставил и ушел, принял саньясу. Вишванатха Чакуртаку задает вопрос, ну как же так? Будет заполучил Бхагавана, он сейчас твой сын, у тебя в доме. Так зачем же ты уходишь? А зачем ты уходишь совершать кому-то баджан? И этому Бхагавану уходишь совершать баджан. И три причины дается. Даже если Бхагаван находится в доме, но баджан очень необходим. Баджан он не совершил, поэтому... Да, Бхагаван родился как сын, но он, я знаю, что он там не останется. Я знаю, что он скоро уйдет, сам оставит этот дом. А что будет, когда Бхагаван оставит тебя и уйдет? Сможешь ли ты это пережить это? Поэтому лучше я сам уйду вначале. Потом у Кардамуни у нее естественное отношение в Дасе Расе было к Бхагавану. А Бхагаван сейчас как сын его присутствовал. Как он может против своей природы пойти? Как он как сын он сможет к нему относиться? Стая Бхава не меняется. Поэтому он ушел. Сколько причин уже было? Две. А третья какая? Третья. Потому что как раз прайоджа наша не Бхагаван, а према. Как она проявляется, эта према? Она не проявляется в сердце садаки. Садхана нужно совершать. Поэтому он ушел из дома. Итак, но садхана не понимает сладость. Только тот, кто вкушает сладость, он понимает вкус сладкого. Поэтому выше стоит именно по обретению премы к Господу, а не за получение Господа. Когда Кришна ушел из Матхуры, из Вриндавана в Матхуру, из Двараку, то весь Враж утопал в разлуке. Но даже находясь там, Кришна всегда думал о Врадже, а Враджаваси всегда думали о Кришне. Вот это и есть сила према. Она делает неразлучным уже с Бхагаваном. Когда Мадхумангал отослал шмеля, то даже если Кришна был рядом, Радарани, она полностью погрузилась в разлуку с Кришной. И Кришна созерцал чудесные свойства ее премы. Ее слова божественного безумия Читра Джалпа. Он сказал, Мадхусудан не вернется, и она уже не воспринимала про Мадхусудану, про шмеля Мадхусудану, она думала только о Кришне. И Кришна думал, я ведь не могу никак ей помочь, как только я с ней рядышком нахожусь, она просто убивается в мыслях, что потеряет меня.
А когда я далеко от нее, то наоборот, на нее нахлынет чувство, что я прихожу к ней. Поэтому лучше всего я уйду, чтобы ей было легче. Так према, она дает почувствовать высшее блаженство Випраламба Бава. Прем прайджи. И нет, если кто-то хочет высшее описание об этом. Итак, адикари посмотрели особенность, что является прайоджаной. И четвертое. Итак. У Бхагавата там три шлоки Мангалачарана. Дхамма, ясе, ятага, праджата, кайтава. Здоровья, там салам. Знаете, когда эти три шлоки? Это очень, эти три шлоки очень важно знать. Кто может сейчас сказать Джанмаде Аса Шлоку? Джанмай. Первый шлок Бхагавата. Итак, говорится. Итак, гуру Вайшнава Бхагаван. А, вот эта цитата в том, что когда Мангалачарна, всегда ты вспоминаешь, медитируешь на гуру Вайшнава Бхагавана и тем самым приобретаешь высшее благо. Вторая шлока Мангалачарна обычно идет предложение поклонов. А в третья шлока обычно это благословение. То есть таким образом, первая упастана делается самбанда, второе абхитея и третье прайоджана. Итак, первое джанмадеяси ятаха. Первое васту нирдеш. Кто является арадьяде? В этом шлоке описываются качества. Имя там Бхагавана не проходит. Там говорится о его качествах, но не Бхагаватам. Бхагаватам на каждый стих можно по 108 комментариев давать. Те, которые... Вот, и на этот первый стих преданные Шивы, они прославляют Шиву, преданные полубогов, они прославляют этим полубогов, кто-то Хануману прославляет через этот стих. Он специально сделал таким образом, чтобы всем преданным подходил. Итак, кому же ты вначале предлагаешь свои поклоны? Слушайте, сампрадай. Только, например, говоря, что Кришна является объектом описания этой шлоки. А что только Кришна? И чем доказывают? Когда Кришна появился в чреве Деваки, все полубоги появились перед ней. И все они провозглашали.
Сатья, братья, сатья, братья, сатья, парамата, сатья. То есть он является истиной, высшей истиной, истиной, истиной. Сатьям Парам Димахи. То есть Сатьям Парам Димахи таким образом относится именно к Кришне. И это подтверждают все полубоги из этого стиха. Он является Сатья, Сатья, Сатья. Сами полубоги, сами деваты это произнесли. И он является высшей истиной. Поэтому Сатьям Парам Димахи относится к нему. Точно так же, как этот он является источником и инструментом и творения, и поддержания, разрешения мира. Он же и дал высшее знание в сердце Господа Брама. И эта майя принадлежит ему. Какая она, эта майя? Прабуджи тут недавно рассказывал о том, как майя может влиять и на Браму, и на Индру, и на Девата любого. Сатьябама. Однажды Кришна сидел, Нарададжа принес однажды цветок параджата. Господин, у вас тут много цариц. Какую же вы больше всех любите? Спросил он при этих всех царицах. И Кришна стал думать. Говорит, ну что же мне делать, мне просто по марьяде поступлю, и поскольку рядом находилась старшая жена Рукмини, он передал ей. А Сатьябама является Амшей Радарани, и поэтому она не терпела подобное. Она рассердилась. Ах так, и ушла в дом Манам, Манбаван. И Кришна успокаивал ее. Ага, говорит, ты, говорит, темный снаружи и снутри. Обещал мне, всегда говорил, что меня любишь больше всего. А тут ты еще и всем продемонстрировал, что из Рукмини ты любишь больше всех. Ей ведь цветок при всех передал. Вот это и есть доказательство твоей любви. Вот оно, доказательство твоей любви. Да что, говорит цветок, я тебе целое дерево париджата принесу. Поехали на сваргалоку. Они полетели на сваргу. Индра там говорил, как это на землю мою, мой париджат? Это для сварги только дерево предназначенное. И в этом примере майя показано, как влияет на Индру, что Индра противился Кришне. Там между ними сражение произошло. Кришна расправился и забрал дерево париджата. То есть деваты могут подобно впасть в ловушку майя. И вот этому Кришне, которому принадлежит такая майя, предлагаю свои поклоны. Это обычное, конечно, толкование. Вишвана Чакраварти Такур в комментарии, ну, слышали? Он говорит, что обычно к Кришне относят этот стих. А Вишвана Чакра говорит, а кому же еще тут? Да нет, не только одному Кришне. Только со Шримати Радарани этот стих относится, когда Кришна сошел со Шримати Радарани. Вишвана Чакраварти Такур
начинает давать толкование в соответствующем матери заранее. Почему же она парам сатя? Парамча, парамча и парам. Она Кришна пара девата, а Радарани пара деви. Парам, сатям, парам, дхимаи. Вот это парам относится к Радарани. Ахабаги Мадаго, Кавраджа Кусам, Тамита Параванам, Пурна Брама, Санатана. Кичита Синан Тиланджая. Все называют Кришну парам, парам, сатя. А Вишнуачи говорит, вот это пара относится к Радарани. То есть он является парам благодаря Радарани. Его парашакти Шимати Радарани. Кто такая Радарани? И она как раз Джанма Ясиэтаха. Она является олицетворением Ади Раса. То есть это не просто творение разрушения. Это Ади Раса. Она является олицетворением изначальной расы или Шрингая расы. Радарани, Падини Патрикам. Когда Кришна полностью под властью любви Шримати Радарани, когда он полностью слушается и во всем, когда Радарани в мане, как на Севакунджи там изображение, вот это и есть. Вот это настроение Кришны, когда он подвластен и покоряется Радарани. Вот тогда и раскрывается вся красота Кришны в полной совершенной мере. И это только происходит благодаря Радарани. Кришна Чакватакур. А Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада этот первый стих относил не просто к Раде Кришне. Он говорил, да, конечно, это поклонение Кришне. Одному не нужно Кришне вообще поклоняться. Говорит, Шрила Бхактисиддханта Такур говорит, что только небежественные люди поклоняются одному Кришне. Я даже общаться с такими людьми не хочу. Если кто-то хочет обрести Враджа Расу, и если он будет поклоняться одному Кришне, ничего он не получит. Только невежественные люди поклоняются Кришне без Шивати Радарани. Шрила Вамана Госвами Махарадж Рада Падачари на бенгальском. То есть, если кто-то оставляет стопы Радарани и хочет жить в другом месте, мы находимся в группе Шримати Радхе, Радарани Пакши. Он говорит, пусть хоть кто хочет оставлять, говорит, стопы Радарани, а мы всегда находимся на ее стороне. Я даже тогда смотреть не хочу на таких людей. Итак, кому же мы поклоняемся? Рада и Кришне, Пранамура, Юга Лакешора. Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада говорил, что этот первый стих относится к Шри Чайтанья Махапрабху.
Он и есть Рада и Кришна, Пранавик Викрити. Кришна приходит сам, Бхава Миша, Матерь Радарани. Хотя пора убивать. И мы именно на эту высшую абсолютную истину поклоняемся. Джанмаясия Даха. Как же эти слова относятся к Махапрабху? Каким образом проявляется Адирася? Через Харинама Санкиртана. Нама Чинтамани Кришна, Читани Расали, Даха. Абидея. А кто является? А кто же является? Кто дал это? Нама Санкиртана. Шиши Чинандана. Харинама через Харинама Санкиртану. Махапрабху ради этого пришел. И в ней Харинами заключена вся раса, вся Ади раса, Шинга раса там в ней находится. Итак, в этом стихе Випраламба раса. Тайны крыдами Бхаги, Брама, Мубьянти, Сиасура. То есть обычное толкование идет в том, что в сердце Брама знание Кришна помещает. А здесь в изначальном каве уже описывается Шерупа Госвами, где Махапрабху в Праяге передал всю суть раса. Шрила Санатана Госвами, Шри Рай Рамананда, это и Рупа Шикша, и Санатана Шикша, это и Шрила Харидас Госвами, и Рай Рамананда, и Сварупа Дамодара, это все Адикави, все это высшие поэты или ученые. Кави обозначает и поэты, и ученые. Васту Нирдеш. То есть всем поклон совершается. То есть Арадья Дева является Юга Лакишора. Следующий стих является пратигья. Пратигья — это обещание или абидея, абиев. Дхарма праджита кайтаво. Смысл этого стиха, три смысла заключено в этом стихе. Шримад Бхагаватам. Итак, три толкования. Первое. Дхарма праджита кайтаво. Прежде всего, дхарма. Почему? Оно первым идет. Шрила Вьяса Дева говорит. Все пураны рассказал Вьяса Дев, но не испытывал удовлетворения. Только пока не вышло Шримад Бхагаватам, тогда он не получил удовлетворения.
Поэтому он является высшей формой дхармы. Шримад-Бхагаватам. Потому что Бхагаватам несет в себе прему. Дхарма праджита кайтава. И в этом Бхагаватам совершенно нет никакого лжи, никакой лжи. Капат — это означает ложь. Ложь — это там никаких желаний к освобождению и к чувственному наслаждению. Прежде всего, дхарма артака. Кто-то мокшу желает, кто-то. Но Бхагаватам отказывается от этой высшей рядовой мукти, формы мукти. Стоит выше всего этого. Поэтому мукти называют высшей формой лжи. Дживери Сварупа Гой, Кришна Нитья Дас. Сварупа Дживы — это Кришна Дас. А если человек этой Дживы хочет освобождения от всего, то что это? Но мне сейчас страдаю, мне нужно избавиться от этого страдания. Все, не хочу я ничего. И ее отправляют в Брамаджоте. Там нету, конечно, ни рождения, ни смерти, ни страданий, ну и ни сварупа. Почему же это называют ложью? Потому что он не служит там Бхагавану, он не хочет Бхагавана. Он все равно поглощен собственным эгоистичным желанием. А преданные что хотят? Им не важно, в каком бы форме они не получили, чтобы у них было служение Бхагавану. Бхакты хотят. Не важно, придут страдания или не придут в мою жизнь. Лишь бы только у меня была возможность служения тебе, Прабху. Последний стих Шикшаштаки, как молится Шримати Радарани. О, Кришна! Сколько бы ни было страданий, ты все равно останешься моим приям приятой, моим единственным, дорогим, возлюбленным. Я ради твоего служения согласна на любые страдания. Поэтому бхакты, они желают всего только. А иначе это будет эгоистично. Нирмацаранам сатам. И нирмацар. То есть там только в бхакте. Есть кама, крода, лоба, моха, мацари. Первые пять еще задействовать можно в служении Господу. А вот мацарью или зависть, например, жадность, харикатхия, каму в служении Кришны. А вот мацарью или зависть никуда не задействовать. Это такое, это злая такая, черная зависть, ради которой ты на подлость готов. Это называется мацария. То ее никак в бхакти не задействовать. Мацария? Нету места в бхакти, ее никуда не применить. Итак, первое, дхарма, праджита, кайтаво, атрам.
То есть внутри дхарма праджита кайтава. Там свободная от мукти дхарма. Потом нитья баставам. Внутри Шримад Бхагаватам бхакти, нама, рупа, гуна, лила, прева. Следующая стадия крытия варудьяте атрам. Мы уже слушали. Если на катху не приходим, но Бхагават, даже если ты еще не пришел на катху, но насколько Бхагавата могущество, когда у тебя просто еще только желание появилось слушать Харикатху, даже тогда уже происходит необычайный эффект. Бхагаван заходит в сердце, закрывает засов на двери за собой. Он уже не выходит из сердца. Даже еще не слушал Бхагавата, он просто хотел слушать Бхагавата. А что говорить о том, чтобы слушать Шримад Бхагаватам? Шушу-шуви. Ее можно... Когда такая возможность предстает? Только после множества жизней в служении в качестве подарка. Итак, идет таких три обещания. Пратигья — это обещание, заверение, если уж быть точным, в этом втором стихе. Идут заверения, результат какой будет в результате слушания Бхагавата. Человек полностью очищается, обретает самое высшее. И вот это идет заверение. А вот третий стих уже писает про йоджану. Или обещание, аширвад, благословение. Нигам палитопалам палитопалам. Нигама. Что такое нигама? Нигам — это все шастры. Все они появились, вот это нигама. И вот это дерево этого знания, шастр, дало плод. На ветвях этого дерева созрел сладостный плод. Кришна Чайтанья. Созрел уже плод. То есть фрукты, которые в ящиках дозревают, а есть фрукты, которые дозревают на ветвях дерева. Безусловно, на ветвях дерева будет слаще плод, чем, говорит, в ящиках. Потому что он еще много-много соков из дерева принимает. Галитам. Мука амритам. Сука мука амритам. Итак, есть. О, и попугай надкусил уже этот плод.
у такого плода особенность, что если он откушен попугаем, то значит, что это действительно самый лучший плод, потому что у попугаев отличный талант выбирать самые вкусные плоды. Если надкушенный плод, значит точно. Это самое вкусное. Итак, Бхагаватам – это плод, надкушенный уже Шукой, Шукадевом Госвами. Кто такой этот Шука? Прия Шука Шри. Кафе Карнапур говорит. Бхагаватам. Все сидят, слушают Шукадев Госвами. Он вообще не задумывался ни об одежде, ни о чем. Сразу убежал в лес. И родился уже 16-летним. Он до этого просто не хотел находиться в этом материальном мире. Почему же с детства нужно слушать катху? Приям Шука Шри Шабану Джай, потому что он на попугайчик Шамати Радарани. И Радарани кормит его со своей ладошки. Кормит его зернышками граната, на которых есть Радарамрита Шамати Радарани. Он находится в Никунджа Радарани, и поэтому он способен видеть все эти сокровенные лилы. Когда Кришна играет на флейте, когда гопи подходят, Шукадев Госвами там именно использует глагол в том падеже, в котором говорит «приходит», говорит гопи, то есть он уже там находился. Он говорит, что не гопи пошли, он говорит, гопи пришли. То есть он присутствовал там среди гопи. Тогда, если это пьяри, саки, дорогая саки Шимати Радарани, насколько же сладостно будет ее повествование, поэтому Сукамука Амритам. То есть три толкования идет. Первый – это плод на самом вершине дерева. Обычные люди туда не дотянутся никогда. Только попугаи туда могут долететь. То есть без вайшнавов, без чистых преданных не обрести смысл Шримад Бхагаватам. Если человек хочет действительно познать эту расу, то ее нужно Джату Бхагаватам. Иди к чистым вайшнавам. Мы все ведь вайшнавы. Ну да, конечно, все, но все равно. Нужно идти к чистой вайшнаву, которая полностью преданы Шри Чайтанья Махапрабху. Сиддханта Таранга, из уст которых идет Сиддханта. Вот тогда можно обрести этот сладостный плод Бхагаватам. Шукадев Госвами. То есть сначала плод,
пойдет. Брамаджи передал, Брамаджи вкусил его, Брама передал его Нараде, Нарада тоже вкусил его, передал его дальше Вьясадеву. Вьясадев его вкусил, передал, потом Шукадев Госвами передал. Поэтому он уже там сладостный был. А там он после Шкадага был особенно сладостный подход, потому что он попугатик Шимати Радарани. То есть именно Шукадева Госвами этот плод такой особенный. Если не слушать Катху Адвайшнава, а слушать не Адвайшнава, то он никакого сладости Бхагаватам, никакого правильной истины человек не получит. Это и третье значение. Когда ты готовишь кокосы, если ты просто разломишь кокос, ты потеряешь, вода выльется. Поэтому туда надо аккуратненько сверху срезать, туда соломинку надо вставить. И только через одни уста можно пить шука мука. Бхакти-раса, как ты должен пить вот через эту соломинку, то есть через гуру-парампару. Можно вкусить сладость этого кокоса. Тогда и ни одну капельку не потеряешь. Тогда ты получишь самое высшее. Тогда полную расу получил, поэтому сука мука, амрита. Да, расамрита. И вот там. Пей. Сначала. Обычно же фрукты едят, а не пьют, а тут говорится пить. Потому что это особенный плод. Там косточки нету, волокон нету, там одна раса. Завтра продолжение. Я сегодня просто проспала, у меня телефон выключен. Да, ночью вырубился телефон ночью. Нет, я не боюсь. Вообще шикардос. Не, все хорошо.